Музеи – это овеществленная память. Они хранят свидетельства жизни наших предков, показывают их быт, традиции и обычаи. Музеи очень нужны, чтобы люди хорошо знали прошлое малой и большой родины и помнили о том, чего нельзя забывать ни в коем случае. И свою важную роль в этом деле играют музеи всех уровней, в том числе и те, что есть в сельских поселениях района. Музеи поселений собирают и сберегают свидетельства замечательного прошлого земляков. Современным молодым людям, да и взрослым, очень интересно, как жили, работали и отдыхали в начале или в середине 20 века. Ведь та жизнь кардинально отличалась от сегодняшней. Но для того, чтобы донести в большом объеме достоверные сведения о прошлом, нужно, используя специальные знания, серьезно потрудиться. Поэтому на базе Славянского историко-краеведческого музея и был проведен очередной семинар «Диалог со временем. Музейная экспозиция как зеркало эпох для представителей поселенческих музеев». Мы решили и будем проводить эти семинары на базе нашего музея именно для того, чтобы помочь музеям поселенческим, школьным музеям, чтобы помочь действительно, чтобы это было у них правильно, чтобы это была концепция музейная, то есть чтобы это было по букве закона, музейного закона, скажем так. В рамках обмена опытом были обсуждены вопросы о целях деятельности, методике оформления экспозиций и особенностях хранения экспонатов. Музейное дело в настоящее время переживает большие перемены. Все его стороны модернизируются, поэтому отставать нельзя. Музейщикам нам надо идти в ногу со временем. Это обязательно на сегодняшний день. Потому что наше подрастающее поколение, которое сейчас и в интернете, да, и они настолько продвинуты, что мы не должны от этого отставать. Ни в коем случае. Музеи, в том числе и в поселениях, те, которые максимально приближены к людям, сохранят свою роль при общении славянцев к источникам исторического и культурного наследия. И для этого придется хорошо потрудиться. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».